Сотрудники полиции и администрации города будут инспектировать заведения на наличие видеокамер, металлических рамок и других средств безопасности. Проверят дворы и подъезды жилых домов. По мнению властей, они тоже должны быть оснащены камерами видеонаблюдения. Естественно, что техническая помощь в виде видеокамер, она дает, конечно, свои результаты. И нам надо увеличивать количество видеокамер. Естественно, что сегодня стоит задача, чтобы каждый двор, каждый подъезд имел видеокамеру. Это залог нашей безопасности. Впереди у нас много событий, естественно, много гостей. Не все из них приезжают только отдыхать. Возможно, что кто-то и с другой целью приезжает. В этом году Сочи признан самым безопасным городом страны. Анатолий Пахомов считает, расслабляться нельзя. В праздничные дни все службы города будут работать в усиленном режиме. Полицейские совершат обходы жилого сектора. Под особый контроль возьмут места массового скопления людей. Площадки, где будут проводить праздничные мероприятия, предварительно обследуют сотрудники кинологической службы. Сочинцев и отдыхающих также просят проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных вещей советуют сразу же сообщать в полицию.